Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков, сегодня мы с вами прогуляемся к дому, который находится по адресу Артема, 82. И начну я свой маршрут от драмтеатра. На драмтеатре все в процессе восстановления, и работа здесь кипит. Завершение восстановительных работ обещают в декабре 2024 года. По улице Артема очень много старых домов с красивой архитектурой. И все эти дома сейчас восстанавливаются. Еще до начала событий эти дома были в запущенном состоянии. Слева дом по улице Артема, 48. Артема, 54. Привет из Италии. Только Италией здесь и не пахло. Артема, 56. Обратите внимание, в каком состоянии дом, и его восстанавливают.
Итак, друзья, по-моему, я у цели. Скорее всего, это дом номер 82. В доме ведется капитальный ремонт. Здесь же рядом отстроен новый жилой комплекс с трехэтажными домами. Во двор к этому дому мне не попасть. Здесь везде заборы. Но мы видим, что дом в процессе восстановления. Заодно заглянем на территорию нового жилого комплекса. Во дворе дуреет детвора. Старается, угу. Все. Видите, какая красота. Это все ее руками, пожилая, инвалид, все старается, чтобы было умничка, красиво. Умничка. Она умничка просто, да. Все идут и восхищаются. Да, красота вокруг дома. Да. Именно благодаря таким людям и преображается двор. Потихонечку, не спеша. Сейчас обойду вокруг дома. Спасибо вам. Бабулечка высадила цветы вокруг дома. Умничка. Ухаживает за этим участком, сразу видно. А ниже уже запущено. Кафайская, 37. Кафайская, 60, 58. Да, во двор к дому 82 я никак не пройду. Пути закрыты. Только для строителей. Отсюда видно, как строители выкладывают стену из кирпича. Потом будут восстанавливать пролеты. Здесь же на заборе у этого дома объявление. Требуются разнорабочие, график с 6 утра до 5:30 вечера, оплата вечером 2000 и номер телефона. Да, и все-таки эти дома очень красивые, архитектура обалденная. Еще одно объявление. Требуются разнорабочие. И перечень. Обошел дом с другой стороны. Паспорт объекта. Окончание строительства, третий квартал 2023 года. Артема, 80. Артема, 72.
Итак, друзья, это был небольшой видеообзор объектов по улице Артема. Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока!